Я нахожусь на перевале Чикитаман и решил спускаться не по обычной дороге. Хороший. Да, хороший. А спускаться по старому Чуйскому тракту. Сейчас нам нужно преодолеть здесь вот базарчик. Базарчик небольшой, да. И далее будем спускаться по очень-очень опасной дороге. Дорога, которая не работает уже много лет, ее никто не чистил. Там огромные камни лежат. В общем, будем спускаться по старому Чуйскому тракту. Машина Nissan Tirana на автомате 2 литра. В общем, тот же самый Renault Duster. Клиренс 21 сантиметр. Да. Так что нам подсказали, как это можно сделать. И едем. Ну что, поехали. Сейчас у нас 7 января 2022 год. Всех с Рождеством Христовым. И в честь этого события мы решили совершить отчаянный поступок. Отчаянный поступок. Так, вот здесь народ фотографируется на мостике. Интересно, что же с нами случится? Что же с нами будет? Как-то на нас косо народ смотрит. Говорит, вы что, ребята? Да. Короче, да, это Чикитаман, Республика Алтай. Спускаемся вниз. Это старая дорога на Чикитаман, старый Чикитаман его называют. Мы проехали через рынок, попросились и решили спуститься по нему. Зачем нам Чуйский тракт? Мы едем по старому Чуйскому тракту. И снова жесть, одни обрывы, камни впереди. Да. Дороги здесь еще никто не ездил, смотрите, следов вообще нету. Никто. Наши первые следы этой зимой. Летом, говорят, иногда кто-то ездит. Но самые отчаянные экстремалы могут здесь проехать. Этот жесть. Заезд я посвящаю всей Республике Алтай, всем тем, кто живет в Республике Алтай, всем смелым людям, которые строили этот Чуйский тракт. И чтобы отдать дань первому старому Чуйскому тракту, мы решили проехаться по этой дороге. То есть обычная дорога на перевале Чикитаман нам не нужна. Нам нужен экстрим. Всех с Рождеством, всех с прошедшим Новым годом. С вами поэт Максим Федин. Мой инстаграм-аккаунт поэт, нижнее подчеркивание, Федин. Тикток такой же. А снимается хорошо. Нормально едем. На одной съемке спустимся. Так. Смотри, здесь тоже обрывы. Ой. Вообще здесь дорогу закрыли по какой причине? Люди часто бились, гибли. Ну и видно, что здесь особо никто не ездит. Правильно? Да, посмотрите, вот он Чикитаман. Чикитаман. Обычная дорога, по которой все спускаются. А мы едем по дороге вот такой вот, по которой, посмотрите, видите? Я оставляю следы, а следов особо здесь и нету. А вот машина Nissan Tirana. Следов впереди нет. Да, и всем, кому интересно, мой инстаграм-аккаунт. Я поэт Максим Федин. Мой инстаграм поэт, нижнее подчеркивание, Федин. Едем мы по старому Чуйскому тракту. Ну что, поехали дальше? Погнали. Да, нас всего двое. 7 января 2022 год. Продолжаем съемку. Пристегиваться, наверное, не будем, потому что если машина пойдет куда-то вниз, будет шанс выпрыгнуть из машины. Ну и как нам сказали, вы, ребята, это поаккуратнее. Дело это сложное, спуститься здесь. Никто вроде здесь не ездит. А вообще
часто приезжают вот такие мощные прокачанные машины с дополнительным клиренсом. Вот они здесь катаются. Несет? Нет. Ты 4 ВД сделал, да? Нет. Ага. Может эту раздатку включить? Или первую, на первую перейди. Приди на первую, принудительно. Все, на первую. Самое тут страшное, в снег зарыться, потому что кто нас вытащит отсюда? Трактора на Чикитамане мы не видели. Бульдозера тоже. И главное, с дороги не съехать, как говорится. Продолжаем наш спуск. Да. Так, открываются новые виды. Ну, поехали дальше. Так. Давайте снимем. Снимем? Ну, давай снимем. А дальше дороги нет, кстати. Придется, наверное, подниматься. Что там дальше? Дальше вообще нету дороги. И снега поболее стало. Сверху-то снег сдувает, а внизу снега побольше. Ну, вот он, старый чуйский тракт. Да. Старый чуйский тракт. Я сейчас покажу себе. Всем привет, и с вами поэт Максим Федин. Да, сейчас покупаю спереди. Да, вот он, чуйский тракт. Едем дальше. Ну, парни, мы отчаянные. Бояться нам нечего. Как говорится, в жизни выигрывает тот, кто смелый. Ничего не бойтесь, друзья мои. В этой жизни не нужно ничего бояться. Совершайте побольше смелых и отчаянных поступков, иначе жизнь будет скучной и неинтересной. Но в пределах разумного. То есть мы сейчас не на подъем же идем, на спуск. На спуск, как бы вот застрять не так сложно, как на подъеме. Скорее всего, у нас это получится, либо придется развернуться, да. Где мы едем, Максим? Ну, дорогу эту не ремонтируют уже многие десятки лет. Эй, погоди. Нормально едем, нормально. Да как нормально сейчас это? Нормально все. Снег, видишь, нельзя больше. Нельзя останавливаться. Да погоди ты, блин. Не переживай. Сейчас все хорошо, встрянем. Все хорошо идем. Ну, хорошо. Под дуру не застрянем. Снега. А ты всю жизнь мечтал на старом чуйском? Я старый чикитаман. Он тот чуезы, старая дорога. Ага. Я вот в детстве ездил, мне дядька показывал, что есть и старый чикитаман, и есть и... Блин, тянет машину. И есть старый дорога там вдоль скалы. И мы этим днем две моих мечты исполнили, можно сказать. Да. Как бы жизнь прожита не зря. Если что-то произойдет сегодня, то как бы, ну, можно сказать, что все галочки поставлены. Цели в жизни исполнены. Блин. Ай. Ну, летом туда, наверное, если. Смотри, какие старые блоки. Прямо блоки старые. Старейшие. Это еще получается царская дорога, да, или какая? Нет. Нет. Вот чуйский тракт строили, вот зэки-то. Ага. При Сталине получается построена дорога. Угу. Здесь она шла. Да. Вот не думал, не гадал, что в январе месяце, а тем более 7 января, в Рождество окажусь я в Республике Алтай, и придется мне спускаться по старому чуйскому тракту, по которому. Вот эту площадку остановим сейчас. Да, особо никто не спускается. Никого здесь нет. Так, встречки ждать. Да вряд ли придется, да? Да. Ну вот, посмотрите. Вот отсюда вид будет. Отсюда вид, да. Встречку отпустим. Встречку, да, пускай, да, пройдет. Так. Вот это вид. Это, да. А где рынок? Где рынок? Вон он рынок. Вон на горе. А, на горе, да. И вот мы вот так вот спустились. Вон там, посмотрите, там находится рынок. И мы вот так вот спустились, и вот она машина, да.
Вот так нужно праздновать Новый год, новогодние каникулы. Не сидеть дома, не пить пиво, не смотреть телек, а нужно брать, садиться и путешествовать. Прыгайте в машину, путешествуйте. Давайте, я с вами.